Кстати, проект государственной программы года поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий опубликован для общественного обсуждения. В 237 пунктах проекта нашли отражение цели, озвученной в послании президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Оли Маджлису 22 декабря 2017 года, а также задачи, обозначенные в стратегии действий по 5 приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах. Общественная дискуссия состоится в период до 15 января в год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. Она будет проводиться в соответствии с указом президента Республики Узбекистан об организационных мерах по разработке проекта государственной программы по реализации стратегии действий по 5 приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. Государственная программа выставлена на общественное обсуждение по интернету. Если обратить внимание на статистику, в прошлом году за неделю 1300 предложений поступило по государственной программе, а за один день обсуждения проекта государственной программы 2018 года уже более 540 откликнулись на нее. Это означает, что у людей растет чувство причастности к судьбе Родины. Кроме того, планируется проведение различных конференций и круглых столов с участием представителей широкой общественности, местных и международных экспертов. Обсуждения также будут регулярно проводиться в СМИ и в социальных сетях. Проект государственной программа будет дополнительно улучшена на основе результатов социальных обсуждений и по итогам полученных предложений.